Здравствуйте! Это канал Максимадзе. И завершающая, я думаю, серия по «Как достать студента переполох в общаге». Почти под каждым последним видео я вижу вопрос «Когда? Как достать студента? Когда? Как достать студента? Когда? Как достать студента? Когда? Как достать студента?» Ой, да, студента. Блин, уже, короче, уже начали задалбывать меня, и я наконец-то решил уже это записать. Кстати говоря, есть еще, как выяснилось, те люди, которые не в курсе, что когда соседа 5 из России с любовью, я бы хотел бы ее пройти на канале, но не могу. А почему не могу? Потому что не только у меня такая проблема, она просто намертво зависает на загрузке. Зависает на загрузке, ничего не могу поделать. Ладно, в общем, давайте начнем уже игру. Соседа, коменданту ничего. А чё так тихо, подождите. Погромче. После последних шалостей соседа коменданту ничего не оставалось, как вручить ему ценный приз. Швабру с ведром. Пусть отдраивает полы во всем общежитии. Да смотри, чтобы все блестело. Красота, ну давайте. Давайте немного усложним ему задачу. Хотите? Хочешь, сосед? Кстати говоря, сегодня я ездил на встречу с новой, в третий раз уже ездил на встречу с Гришей из канала Полное ТВ на вокзал. Думаю, что уже скоро будет про это видео. На чё хочу, то ворочу ТВ. Собственно говоря, вчера, спустя 11, мать их, месяцев, почти год уже, собственно, вышел новый выпуск. Я уж думал, скоро прощальное видео будет, все, канал сдуется, а нет. Лёха планирует возобновлять активность. Надеюсь, что она не будет на год вот так вот растягиваться снова. Лестница. Зачем лестница? Ремонт какой-то, что ли? Здесь сделать нечего, по-моему. Лестница. Пила. О, пила, правильно. Подпиленная лестница. Ага. Банка с белой краской. Я надеюсь, он после аквариума не пойдет туда сразу. Так, краска. Красная, видимо, краска сейчас будет. Фух, слава богу, не сюда идет. Давай, давай, иди быстрее туда, наверх. А, он туда пойдет. По лестнице спускаться будет, как не по порядочному. Ну-ка, проверим, что здесь нет. Клей? Нет. Шарики? Нет. Отвертка? Нет. Шило? Верно. Правильный ответ. Прокололи эту хрень шилом. На кухне делать, по-моему, нечего. А, раковину. Что с ней надо сделать? Все, прикольно. Отверткой? Нет, не отверткой. Тряпкой? Тряпкой, верно. Правильный ответ. Блин, я вот про это забыл. Не увидел. О, пылесос. Наверное, его надо отверткой проделывать.
Да, правильный ответ, и нас ждет мини-игра. А еще шляпа, ой, швабра с ведром, какая шляпа. Клей. Ага, угадал, это верный ответ. Шарики где-то на полу надо разбросать. Но это еще не все, здесь что-то есть. А, с кровати что-то надо сделать. Может, шарики как раз на нее надо. Стол наших девчонок, короче, обыщем, посмотрим, что тут. Ластик. Ластик для чего? А, наверное, для стола этого надо ластик. Но у меня есть подозрение, что шарики надо на кровать. А, он сюда идет. Ладно, давайте там пойдем. Влипло. Жалко, ведро не вылетело. Могло бы вылететь на башку ему прям. Нет, неверно. А что на кровать надо тогда? А, стол осмотреть можно. Кнопки. Ну, а, вот, кнопки на кровать. А, блин, пропустил. Эх, пропустил, ладно. Жалко, пропустил, но ничего. Есть еще пакости. Так, ну график дежурств, надо что-то стереть в нем. А вот куда шарики, я пока не знаю. Полы надо все обшаривать. Обычно это пороги. На каком полу надо разбросать их? На кухне где-то, может? На кухне. Давайте, кто быстрее? Быстрее, конечно же, я. Вот здесь раскидываем шарики. Так, давай. Это проткнутая штучка. О! Протекла. Давайте еще туда. Девчонкам пойдем. Я думаю, я им нравлюсь больше, чем сосед. А прикольно упал, вся посуда улетела, блин. Так, давай, краси. Ты... Че он еще будет красить? Хас и краткое нарисующее. Вот, вот тогда будет эпично. Давай, давай, давай. А, блин, он сотрет ее. Жалко, жалко, жалко. Потертый график дежурств. Угу. Так, ну с лестницей сейчас все нормально. Останутся кнопки еще и график дежурств. Пока ждем. А, давайте камеру на соседа поставим. Чтобы она следовала за ним сразу сама. Так, и что будет сейчас? Что же в нем стерто было? Давай, давай, что там будет? А, да ничего.
Блин, кстати, циферка 6. Что она означает, интересно, у него? Между прочим, моя любимая цифра. Ну, отлично, этот уровень прям успешный получился. День уборки, блин. Хорошо, правда, до конца это не дотянуло, но тем не менее. Завтра у нас в общежитии проверка. Приезжает какая-то инспекция. Все бегают туда-сюда. Нужно сделать себе подарок. Подстроить пакости соседу так, чтобы его окончательно выгнали из общежития. И тогда я, наконец-то, нормально заживу. Давайте, попробуем. И тогда мы расслабимся так, покайфуем. Мечта, мечта у нас. Надеюсь, она не за горами. Десять пакостей, блин, это рекорд. Да никакой он не голый тут. Чё вы говорите, чепуху какую-то? Футболка, шорты, майка, шорты на нем есть. Чё вы мне гоните? О чём вы мне говорите? Так, смотреть стол нельзя. Можно лак зато взять. Нет? Нет? Журнал. Я не знаю, что это за журнал. Журналы эротических книг. Да, интересно, интересно. Гаечный ключ. Ну, на кухне, по-моему, ничего нету. Пока он будет идти, мы много чего смотреть можем. Так, супер-пупер-мега-качок тут с бильярдом что-то делает. Пистон. Пистон! Или как она это правильно называлась? Что-то не, может, не доглядел. Пирожки, блин. Перчик. Перчик. Правильный ответ. Угадал. А, с кровати что-то надо было сделать. Нет? Ах, мать твою ж, за ногу. Так, все заново давайте. Он сюда сейчас пошел. Ладно. Ладно. Надеюсь, во второй раз мы так не облажаемся. Ну, я просто никак бы не успел бы оттуда убежать. Так, а в ванной что-нибудь есть? В ванной ничего нету. Вроде. А, нет, туалет есть. Неприличный журнал. Стопка книг. Классическая эротическая литература. Блин, ну ничего так, ничего так. Лак для волос. Может быть, это на туалетную бумагу надо?
Хотя нет, мне кажется, перец надо на туалетную бумагу. Ну, конечно, нет. Какой лак на туалетную бумагу? Ну, это глупо. Пистон. Что за пистон? Взрывчатая штука какая-то, что ли? Пирожки. Что делать с этим, я не знаю. А, воду надо набрать. Доставь, блин. А, он еще не дошел до кровати, отлично. Я уж думал, как бы торопиться быстрее. Мне кажется, банку воды на кровать надо налить, чтобы она мокрая была. Наверное. Это что-то... А, это что лежит? Ничего не подходит. Ну, а чё надо? Я не знаю, чё надо тогда. Ладно, придется еще раз, короче, его заманивать потом в туалет. Я не знаю, чем надо было. Ну, в кровать, наверное. Блин, много действий он выполняет в этой миссии. И что сейчас будет, интересно? Правильно, правильно. Ну, инструменты, по-моему, клей я там уже взял. А, нет, я ничего там не взял. А, гаечный ключ в туалет, наверное, надо было. Блин, я забыл совсем тот ящик посмотреть. Вот куда этот... О, взорвался, ничего себе. Вот куда этот лак для волос и этот... А, на этот, на турникет что-то из этого надо. Лак для волос, наверное, в турникет надо. Эх, упустил тоже возможность это сделать, ну ладно. Время у нас еще есть. Ограничений по времени, слава богу, в этой игре нету. Ладно, давайте еще раз перчика этого подмешаем в пирожочки. Рожочки. И, собственно, гаечный ключ уже в туалет. А в штангу надо что-то? Да, надо. Только вот куда картинку соседа надо, я не знаю. Ой, не то. На унитаз, давай попробуй. Только попробуй сказать, что нет, не подходит. Подходит. Мини-игра нас тут ждет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А, наверное... А, вот куда надо фотографию соседа. Все, понял. Ясно-ясно-ясно, разобрались. Теперь уж точно разобрались. Мы с этим дерьмом. И наконец-то можем покончить с этим делом. Лак для волос сюда.
сюда еще что-то надо положить. Нет? А, наверное, это сюда. Штанга. Что с ней сделать надо? 200 килограмм, это рекорд. Рекорд и не говорите. Еще какие-то предметы где-то взять можно, но я что-то пока не вижу никаких. Лак в урну, наверное, блин. Вот, лак в урну, я вспомнил, я это проходил, лак в урну надо, да. Вот сюда, в урну, лак для волос, да, точно. Я проходил это, я помню. И именно в урну лак для волос надо. Я же говорил, что я давно как-то проходил, причем до конца проходил. Вот, все, разобрались. Все пакости готовы. Остается только наблюдать. Бильярдный ки. Звонить неизвестный номер, я его, пожалуй, я, пожалуй, отключу пока телефон, чтоб не звонили. Вообще. Так. Да, как же он медленно ходит. Это у нас, конечно, время занимает. Сейчас сосед у нас идет к симпатичной девчонке. Блин, вот эта вот картинка прям впечатляет меня, сказать вам хочу. Что он там будет сейчас делать? Подумаешь, книжоночку подал. Какая супер-мега помощь. Какое благородство? Каков молодец? И что, он так до бесконечности делает, типа? Твою мать, я забыл это, вот это сделать. Быстро, беги, чего встал, блин. Не туда. Хорошо, что у нас время есть. Надо снять табличку и повесить ее на улицу. На улице. На стену это повешать надо незамедлительно. И я боюсь, что я могу не успеть потом уйти обратно. И что, все? Я думал, она упадет там на него. Не за... Все-таки я успею уйти. Ух, ладно. Как хорошо, что я вовремя про это вспомнил и повешал туда. Вот так вот. Курить нельзя. Я вспомнил, да, я тоже проходил это, вспомнил, да, табличку надо было вешать тоже.
Блин, если бы я курсор туда бы не навел, я вообще бы не догадался бы про это. Так, ну и финал. Финал долгожданный. Долгожданный финал. Давайте туда персонажа нашего приведем. Чтобы он с балкона на это посмотрел. Гражданин, курение запрещено здесь. Ой, я не знаю. Какой ужас! Да пошли вы все в жопу, я ухожу от вас! Кнопка, все, поздравляем, вы прошли игру, ура, моя мечта сбылась, соседа выгнали с позором, за общежитие я вновь зажил радостно и беззаботно. Пока не начался новый семестр, но это уже совсем другая история. Ну что ж, пошли финальные титры. Да, мы прошли с вами наконец-то эту игру. Игрушка, ну, неплохая, конечно, но все-таки это клон, когда стать соседа. Ну и он получился неплохим, намного лучше, конечно, чем когда соседа 3 и когда соседа 4. Но все равно такое себе. Если мы будем оценивать игру именно по 10-бальной шкале, то я бы поставил, ну, больше 7 из 10 я бы, наверное, бы не поставил. В нашем случае это плюс-минус. Типа средненько, так. Чуть-чуть выше средним. Неплохо. В следующий раз, если мы будем проходить какой-то клон когда соседа, я почти уверен, что будем, то это, наверное, будет когда стать квартиру. Давно просят меня ее снять, и, в принципе, я считаю, что эта идея вполне неплохая. Я все никак не соберусь что-то это сделать, я сам эту игру полностью не проходил, но из всех клонов, когда стать квартиру, это самый необычный клон. Самый наиболее необычный там. Там вообще все по-другому почти. Ну и кроме того, это такой еще этот, как бы по мотивам 33 квадратных метра сериала сделана игра. Что у нас тут по разработчикам? Юрий Вирич, Георгий Добродеев, Левина Виноградова, Екатерина Корнеева, Сергей Ладинец, Владислав Журавлев, Санан Ушанов, Екатерина Громова, Данила Климовеевская, Артем Суканов. Суканов. Блин, ну и фамилия, блин. Ладно, извините, не хотел вас обижать. Александр Так какой-то, или Пак, блин. Александр Айонов. Евгений Анклов Попов. Алексей Слов. The Camper Понатенков. Ну зачем-то... А, это ники, я так понял. Петр Питон Беляев. Дмитрий Драгон Волков, блин. Елена Антонова, Максим Алексеев. Наталья... Максим Алексеев. Максим Алексеевич сразу вспоминается из «Поля чудес», который вот этот... Вышел заяц на крыльцо почесать свое яйцо. Сунул лапу, нет крыльца, так и шлепнулся с крыльца. Я на этом... Я угорал, конечно, с этого... Царство небесное пацану этому, к сожалению, он погиб в ДТП, по-моему. Что у нас тут еще? Да много. Техническая поддержка, юридическая поддержка. Георгий Витальев, Кирилл Лыков, Евсей Евсеев. Это так классно звучит. Олег Добротан. Добротан? Кто? Доброштан, что ли? Доброшан, блин. Такой шрифт нечитаемый, блин. Ну и, наконец, отдельное спасибо Марине Равун, Маше Братамоновой, или как там, Братамоновой. Ну все, на этом все. С вас, Никос, подписывайтесь с меня, обычный видос. Подписывайтесь на мой стримерский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Увидимся, надеюсь, когда стать квартиру. И всем пока.